Привет любителям тяжелой музыки! Я Никита Веревкин, аккордеонист, и только что я закончил запись аккордеона для проекта «Гаснет свет». Это была интересная, потрясающе увлекательная запись, довольно быстрая, потому что было комфортно работать. И очень редко выпадает возможность услышать аккордеон в созвучии с рок-инструментами, электрогитарой, тяжелыми барабанами. Здесь это звучит очень уместно и очень интересно. Я очень рад поучаствовать в таком проекте. И если в вашей жизни гаснет свет, то слушайте хорошую музыку и музыку, попросту, которая вам нравится.